Келя. Эцио. Леонардо. Я знал, что налет на Сант-Анджело твоих рук дело. Я рад видеть тебя, друг. Иди сюда. Эцио, прости меня. Борджиа заставили меня работать на них. Они бы убили меня, если бы я отказался. Что им нужно? Боевые машины, оружие для солдат Борджиа и множество других ужасных вещей. Я хорошо над ними поработал, Эцио. Держи. Это имена тамплиеров, которые руководят постройкой машин. Чезаре собирается снабдить свою армию моими изобретениями. Уничтожь эти машины. Грация. Я займусь чертежами и самими машинами. Боюсь, что самое худшее впереди. У них яблоко. Да, я знаю. Я отдал яблоко Марио. Мне очень жаль Эцио. Чезаре передал яблоко мне, чтобы я изучил его. Но Родриго забрал его, и я не знаю, где оно. Рано или поздно я верну его. Но, Леонардо, я потерял все то, что ты сделал для меня. Я никогда не забываю чертежей и смогу изготовить все заново. Но тебе придется оплатить материалы. В самом деле, Ватикан тебе не платит? Очень, очень мало. И никто не должен видеть нас вместе. Никто не должен знать, что мы встречаемся. Указывающий перст. Он указывает, где тебе сесть. Так что садись. Да, маэстро. Здесь я скоро вернусь. Один укол, и все враги падут. Дезмонд, я загрузила координаты Лео на карту. Ты сможешь увидеть, куда он пошел. Чтобы улучшить синхронизацию, ты должен уничтожить машины Леонардо. Я отметила местоположение тамплиеров, которые руководят их созданием. Если мы обнаружим новые машины, я нанесу их на карту.